Всем привет, ребят. Решил записать новый видос с обзором моего аккаунта после того, как к нам ввели вторые талантики. Много героев я перекачал, было очень много изменений талантов. Некоторые вы видели на видео, некоторых вы еще не увидели. Не заснял я видосы. Также мы сегодня откроем 13 самых топовых карточек. Не одну, не две, ребята, а 13. Я еще одну сундука там выбил. Так, где там они? Вот они, 13 таких карт у нас будет. Как видите, отсюда можно достать Фрею, Афину, Повелителя Дырочек, Малого Пиздюка, Седну, Бигфута, ну и Заклинательницу. То есть Заклинательница здесь по сути самая такая говняная. Так, что у нас тут еще есть интересного? Я сундучки, по-моему, пооткрывал. Так. Да, я их пооткрывал. Окей. Ну что, поехали смотреть изменения, которые были. Шапка не менялась. Одного друида с воодушевлением, которого видели, я слил. Вместо него прокачал новую Фрею. Так, тут у нас все без изменений. Вот, прокачал новую Химеру специально для архидемона с отражением. Покажу вам видосик с ним. Скорее всего, буду еще одну качать с ТУшкой, потому что она нужна мне будет для остальных архидемонов. Возможно, скоро скин добавят, посмотрим. Так, тут без изменений все у нас было. Вот одного укротителя тоже, скорее всего, его сорью. Возможно, прокачаю Химеру, возможно, прокачаю кого-то другого с новым талантиком, у кого нету еще облика. Так, Фрэнки, Афина, без изменений. Вот Бигфута мы нового качнули. По-моему, его на предыдущем видосе не было. То есть я слил ему там талант. У меня был один с БВшкой, а один был... Один БВшка бил... А второй Огненка. Вот вместо... Потом я вкачал с Бастионом и с Ожогом. С Ожогом мы оставили пока. Вместо Бастиона, вы на видео видели, я слил талантик, прокачал ему Каменку. Заклинательница была с Каменкой, стала с Ожогом. Будем тоже тестировать. Вот Фрея, которую новую я качнул, прокачал на максималку. Просто мега эмбический урон. Офигенный герой. Ну, вы сами все видели на видео. Так, это Фрея старенькая, еще одна. А вот тут была Фрея с замедлением, прокачали Ожог, тоже будет новый обзор. Тоже интересная сборка, на китайке тоже такая же. Седна, без изменений, Повелитель Бури, с БВшкой, один с Ожогом. Хочу прокачать еще с Каменкой, вместо БВшки сделаю, потому что, ну, БВшка на нем не особо смотрится. Вот такой вот Рибет. На него я обзор не делал. Возможно, сделаю. Если хотите обзор, пишите в комментах. Запилю вам обзор с разными талантиками. Потестируем. Так, ну вот пошло изменение. У нас был вот такой вот с Бастионом. Качнул с Огненкой. Был второй с Утеканием на Архидемоне. Сейчас он уже не актуален. То есть пока к нему я еще не дошел. Я его не использую. Возможно, тоже солью. Вот БВшный мой Купидончик, от которого все удивлялись, зачем ему БВшка. Поставил ему талантиком ремочку. Так, есть такой Купидон с замедлением на Архидемона. Тоже прокачал с Каменкой ради интереса, ради тестов. Еще не тестировал. Дракон, Бастион и Огненная защита. Тоже будем тестировать. Минотавр, которого видели с Богом войны. Железная воля, просто огонь. Самый топовый талант для него. То есть БВшку мы сольем, возможно, что-то другое вкачаем со временем, посмотрим. Возможно, грубую прокачаем. Но это не точно, и это не скоро. Видите, на нем уже ледяха. Ледяха просто, ребята, просто мега имбический питомец. Пятый уровень скилла. Уже я дальше его пока не качаю. Смотрите на заморозку. 3,2 секунды, кулдаун 3.
всегда будет заморозка башен. Это просто жесть. Сделаю вам отдельно обзорчик. Вот такой вот Капитан Дрейк с Бастом и с БВшкой. С БВшкой увидели, с Бастом тоже сделаю обзор. Еще один Капитан Дрейк с Огненкой, тоже топовый. Тут стоит Ярость Небес, тоже сделаю обзорчик. Ведьма стойкость на Архидемона использовалась, сейчас другой состав уже. Замедление тоже было на Архидемона, сейчас уже не актуальнее эти талантики для нее. Ну, я пока оставил их. С утеканием есть для теста и с Бастионом. Дальше. Ара, Бог Войны, Ремочка стоит, тоже для теста. С разбросом прокачал с Бастом. С разбросом на адском саммите неплохо смотрится. С Бастом более живучий. Ну, такой вот Влад Дракула, бесполезный герой. Так, Вольтик с Каменкой, еще не делал обзор с Огненкой, вы видели уже давно. Также с Живой есть. Вторым талантиком с Бастионом прокачал. И с разбросом прокачал, и с Яростью еще. Так, Тыковка, утекание жизни на Архидемона. Также Берсовая, Тыковка, воодушевление и Ремочка. Ремочку я скоро солью, если выбью исцеление сюда, пока оно не падает. И у нас его не продают. Так, разброс. СУ, Бог войны, Бастион, замедление, утекание, ожог, Каменка. Пишите, какого вы хотите увидеть. Протестируем. Такой вот малышник с Огненкой. Качнул ему Баст еще. Арктика, утекание, разбросик. Валька, ожива, Ремка, Валька, ожог. Как это мы не докачали ожог на Вальке? Ужас просто. Надо это все исправить. Нехватка кулачков. Так. Улучшить. Есть. Вот Валька ожог. Валька Огненка. Тоже потестируем. Медуза. БВшка. Ремка. Разброс. Замедление. Дед Мороз, замедление, Бог войны, Душегуб стандартный и с яростью. Также с замедлением есть и с ожогом. Тесса, замедление, смертельный удар, Бог войны, Ремка. Дальше, сердцеедка, Бастион, Бог войны. Еще одна, разброс, замедление. Анубис. Топовый с ожогом, также еще с железной волей, с Огненкой, с Богом войны, с Каменкой и с... Уже забыл даже как талант называется, с воодушевлением. Так, вот такие вот ронины, стойкость, ожог, Бог войны и неф, так я до сих пор до него не дошел. Думаю, скоро сделаю вам еще обзорчиков пару на него. С утеканием и с Богом войны есть. Призрачный всадник, утекание, замедление для лабиринта прокачан. Стрелок, Бастион, Каменка. Ожог, Огненка, замедление, стойкость. Одержимый топовый с Каменкой, также разброс есть. И еще один одержимый, Бог войны и Огненка. Самое интересное, некросы, ожог. Два раза сливал, два раза качал. Возможно, еще скоро солью, протестирую другой талантик. Такой вот некрос. Также есть некрос Шива 8-8, воодушевление. Некрос Каменка, Ярость Небес. Бог войны, стойкость. Разброс, Бастион. Рино, Бог войны, Бастион. Каменка, ожог. Огненка, Ярость Небес, Ворожеи, воодушевление, замедление, ожог, Огненка, Каменка, утекание, дерево, была Ремочка стояла и есть ожива, прокачал с ожогом, кстати, очень неплохо смотрится, потестирую, сделаю тоже обзор. А вот дошел до Хранителей, Каменку вкачал, тоже сделаю, будет скоро обзорчик на него, с утеканием вы видели уже.
Также есть с бастионом со стойкостью, с ожогом и с огненкой. С ожогом тоже, думаю, захотите увидеть. Вот, в принципе, так вот изменился у меня алтарь за там буквально сколько, я не помню. Две обновы у нас прошло где-то около 2 месяцев. Мы перекачали его, навели вторые талантики поначалу. Это как-то так себе, я думал, что, блин, нахрена я столько героев сливал. Сейчас, честно говоря, уже они прокачаны на вторые. Будут еще изменения, конечно, со следующими обновами. А так, в принципе, намного удобнее, меньше надо сливать героев. Есть больше вариантов прокачки, не надо там особо заморачиваться, чтобы с нуля качать, хотя можно и качать с нуля. В принципе, сейчас ограничений после акции с пиратами в ресурсах просто нет. Было раньше недостающие кулаки, сейчас проблем ни с кулаками, ни с кигашками, вообще ни с чем нету, наверное, кроме талантов, потому что на русском исцеление, грубые силы мне просто не падают. Грубую мы одну только выбили, вкачали Фрея. Мне надо как минимум еще 3-4, надеюсь, скоро их будут у нас продавать. И исцеление хотя бы на тыковку, на китайке уже там просто огонь по талантам. Мой основной этот аккаунт, наверное, даже отдыхает по прокачке некоторых героев по сравнению с Китаем. В принципе, все. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть на обзор, каких героев, с какими талантами. Многие там пишут, я хочу увидеть там кого-то паладина там с какой-то хренью, там с воодушевлением, еще с чем-то. Ну, ребят, надо немножко как бы быть адекватным. Я могу сделать вам обзор на героя там, на любого, да, с любым талантом. Ну, нахрена качать хрень? Не вижу смысла, я ж там как бы, ну, не особо нуб какой-то, который прокачает вам какую-то хрень. А если делаю обзор, то делаю обзоры интересные на топовых героев. Поэтому перед тем, как написать что-то в комментах, пишите, подумайте, стоит ли его вообще писать. И если пишете, то включайте немножко мозг. Все, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики, чтобы побольше людей видело, какие таланты. Таланты, говорю, таланты, уже заговорился, надо прокачивать на определенных героях, чтобы ваш аккаунт был не нубским, а реально тащил на всех локациях. Все, подписывайтесь. Обязательно всем по бесплатному, как обычно, Некросу за ЗПшку, либо за КГшку. Всем пока.